Вот, возьми так. Так, значит, мы находимся около избирательной комиссии номер 326. Здесь только прямо сейчас происходит удаление всех наблюдателей до единого, которые здесь зарегистрированы. Значит, в частности, трех наблюдателей от штаба Прохорова, которые имеют настоящее направление, и одного наблюдателя от, значит, имеющего редакционное удостоверение СМИ, которое у него было отозвано, значит, и отобрано, вернее, руководителем комиссии господином Ларсовым. Значит, и после этого, значит, ему было отказано внесение в список, в реестр присутствующих. Реестр присутствующих отказались показать любому из наблюдателей. Значит, большинство из наблюдателей отказываются выдавать мотивированное решение о том, что, значит, они выдворяются с участка. Значит, кроме того, избирателям, вернее, наблюдателям и членам совещательным голосом отказали в ознакомлении со списками избирателей, ну, как я уже сказал, с реестром присутствующих и с большинством остальных документов территориальной комиссии. Значит, также это один из тех участков, где членам совещающим голосом, значит, заставили подписать Ростелекомовскую инструкцию к веб-камерам, значит, якобы инструкцию, в которую был подшит пустой бланк протокола участковой избирательной комиссии. Членам совещающим голосом, которые были независимые, не проплаченные, прямым текстом сказали, что все, уже откат получен, протокол уже написан и уже в ТИКе. И таким образом, значит, им отказываются выдавать, естественно, копию решения, потому что сам по себе подсчет совершенно очевидно проходить не будет. То есть протокол уже есть, он уже подписан, он уже сфальсифицирован, всех наблюдателей удалят. И, значит, протокол будет оформлен без подсчета. Плохо видно, это страшно.